на краю деревни старой, возле леса на опушке, жили-были дед и баба в покосившейся избушке. С ними курочка жила, нежно Рябушкою звали. Яйца курочка несла, свив гнездо на сеновале. Раз снесла она яичко, непростое, золотое. Подивились дед и баба, что же за яйцо такое? Баба била, не разбила. Дед ударил, не разбил. Били палкой, били скалкой. Утомились, нету сил. Сели отдохнуть немножко на кленовое крылечко. Рассуждают, что же делать? Как же нам разбить яичко? Тут от кошки мышь-нарушка мимо быстро убегала, хвостиком яйцо задела, а яичко и упало. Стукнулось об пол, разбилось. Скорлупа туда-сюда. С горя бабка прослезилась. Ох, несчастье, ох, беда. Ой. Плачет дед, рыдает бабка. Это что за невезение? Закудахтала наседка, распушила оперенье. Дед, не плачь. Не плачь, бабуля, горе ваш небольшое. Вам снесу яичко снова, настоящее, простое. Слово с делом не расстались, постаралась наша птичка. Не золотое, а простое. Старикам снесла яичко.